Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В четверг в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Как сообщает Гидрометцентр России, 20 февраля температура воздуха в Москве составит плюс 3, плюс 5 градусов тепла, а по области плюс 1, плюс 6. Ветер южный 5-10 метров в секунду, а атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!